Сейчас будет последняя песня сегодняшнего вечера. Называется «Ковыль». Оля Гарпенко. Серебристые волны не устанут качаться, не устанут меняться, то светлей, то темней. Ты не вздумай прощаться, возвращайся скорей, возвращайся скорей. Вихре города шумном ты устанешь вращаться, ты забыть не сумеешь родные края. Стыдись возвращаться, не стыдись возвращаться, не стыдись поклониться волне ковыля. Помнят травы степные, ты вглядись хорошенько, это сон или мыль. Вон идет твоя мама ко степному колодцу через звонкому смеху мелодия трав. Синеглазый мальчишка, это младший братишка, он с войны не вернулся, без вести пропав. Только ходики рубят уют тишины. Там в комоде хранится мамой орден отцовский от гражданской войны, от гражданской войны. Приходите в былое, по знакомым проселкам, и года, и столетия ковыль сохранит. Тонкий голос девчонки запевалы поселка, и опыльную землю удары копыт.
серебристые волны не устанут качаться, не устанут меняться, то светлей, то темней. Вы не смейте прощаться, вы не смейте прощаться. Ждет ковыльное детство посидевших детей, ждет ковыльное детство посидевших детей. Спасибо. Спасибо большое всем вообще. Спасибо клубу «Археология». Спасибо, да, Антону Полынову, что он в этот раз взял да, на свои плечи организацию данного мероприятия. А то мы все стали людьми семейными, и у нас стало тут же пошатнулись организаторские способности. Товарищи, а вы за прошедшие 8 лет вообще заметили, что мы очень разные люди? По творчеству мы редко выступаем где-то вместе, но у нас образовалась неким образом коллаборация. Да, некое сообщество, да, которое собирается на вечера памяти Оли Гарпенко. То есть это де-факто образовалось, я напоследок торжественно заявляю, официально образовался творческий клуб имени Ольги Гарпенко. Его администратором по факту никто никого не назначает. По факту его администратором является Антон Полынов. Да. Так. Его художественным руководителем, ну, с массой заместителей является... Ну, являюсь я. Его свадебным генералом, символом и председателем основным является, конечно, Иван Чарушин. Да. Остальные, да, все остальные тоже имеют административные должности. Да, все остальные просто являются в этот клуб, и все желающие и могущие прочитать и спеть произведения Ольги Гарпенко, посвятить ей какие-то произведения, создать новые произведения на ее стихи. А ее стихи продолжают жить, потому что сочиняются новые песни на ее стихи. Они, ее песни поются, и поэтому новые члены нашего членства с удовольствием принимаются, сочленяются, как уточнил наш администратор. Ну что ж, видеосъемка будет выложена. Камера работает, Алексей Кудрявый. Видеосъемка и аудиозапись будет выложена в группе студии авторской песни «Второе я»,
в любой соцсети, в которой залезете. Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Ну и, соответственно, будем дальше продолжать работать в этом направлении. Работать, расти, сотрудничать с этим замечательным клубом археологии, с которым мы уже жились за много лет, соответственно, нашей музыкальной деятельности. Ну и всем всего хорошего, всего доброго. До свидания, до будущих встреч.